Приветствую вас на канале Квадрикс. Итак, сегодня у нас третья часть прохождения игры World Soccer. Итак, мы отбираемся на чемпионат мира в России, это я напоминаю. Так, у нас матч сейчас с Республикой Ирландией. Мы явно фавориты, но не будем забывать, что у нас сейчас не такая сильная сборная. Не намного сильнее. Передача. Александр Самедов. Прорыв по флангу. А что с ним делать? Итак, простите за этот небольшой казус. Итак, нам нужно сейчас забивать гол. И Самедов это делает прекрасно. Конечно, уже целую минуту видео длится, но ладно, ничего. Вступление иногда бывает и подольше, чем сегодня. Да сегодня оно даже короткое, в общем-то. В принципе, на балансе будем играть, чтобы защитников оставалось побольше, когда на наши ворота наводят атаку. Конечно, атаковать мы не будем так хорошо, но... Ари Артер нам забивает гол. Вот объясните, в чем логика? Грузит, блин, однушку нам сборная Ирландии, Республика Ирландии. Что это? Дальше лучше в атаку, а то что-то нам не дают моменты вообще. Раньше давали, это странно довольно-таки. Да ну что это? Темнее. Как это работает? Как это работает? А! Уже... Все в атаку. Ой, так, 87-я минута. Александр Самедов, прорыв. Итак, передача в центр. И Дмитрий Пола завершает. Итак, на последних минутах сейчас становится 1-2 в пользу сборной России. Итак, 90-я минута, еще шанс. Бухаров, ой, мимо, машет Бухаров. Сори. Итак, мы продолжаем, нам нужно завершить момент. И все, из-за небольшой случайности. Но, в общем, все равно мы не забили. Все по-честному. Фух. Да, это было жестко. Ну так, один мяч мы прибавили, Португалия прибавила 2, но мы все равно окажемся лучшими. У нас разница мячей 20, это круто. Ну все, мы выходим на чемпионат мира. Итак, ну давайте я сыграю еще один матч. В общем-то, мне не хочется. Кстати, у меня такая группа уже была. Так, давайте найдем самую реалистичную группу. В общем-то, таких тут и, в общем-то, и нету. Ну, да, такие, но. Англия, ну, вот знаете, нету таких групп у нас, чтобы прям были похожи на настоящие. Поэтому давайте просто сыграем матч против Сенегала. Чемпионат мира, в общем-то, немножечко покруче. Не буду скрывать, на самом деле, это просто чемпионат мира в России 2018 года, поэтому у нас тут какая-то фигня. Даже головину звездочку не прибавили, Мирончуку звездочку не прибавили. Хотя и не факт, чтобы прибавили оборонительный, на всякий случай. Итак, по плану мы должны выиграть Сенегал. А иначе там Испания и Япония, которые в любой момент могут надавать. Особенно испанцы. Да, испанцы, смотрите, вот с ними, казалось бы, создаешь момент, а они тебе потом все так запрограммировано, что они тебе потом в концовочке трешку грузят сразу. И все на смарку. Часто так бывало. Брахима Ли нам забивает гол. Хорошо, что на 25-й минуте. Только.
Мы еще успеем отыграться. Блин, у меня точно оборонительная тактика. Чего меня так часто заносят туда? Мячик. Вот, 36 минута, другое дело. Играешь от обороны, чаще получаешь в центр. Итак, удар по воротам и гол. Сейчас поставлю видео на паузу из-за обстоятельств. Итак, сейчас мы должны забить второй гол Сенегалу. И мы это делаем, и все отлично. Ну не все отлично, они же нам гол забили. Точно, забыл. Они же первые забили. Итак. Что это? Ну вот объясните. Хорошо, что Акинфеев поймал этот удар. У меня точно оборонительно. Ну да. 59-я минута. Итак, Никифоров. Прорыв по флангу был неплохой. Итак, нужно уходить от защитника. Передача на Бухарова ближе. Еще подбирается Бухаров к воротам. Можно простреливать, но тут лучше бить. И что? Боже мой! Ну как же так получилось, что не забил Дмитрий Бухаров? Так, 70-я минута. Самедов. Выход 2 в 1. Буквально 2 на 1. И все, Пола забивает гол. И счет становится 3-1. Сенегальцам будет сложно. Если мы забьем еще один, то даже уже невозможно, считай. Итак, ну все, в общем-то, счет становится 4-1. Совсем разгромный. Не ожидали мы такой легкой победы над Сенегалом. Но они забили нам первыми, несмотря на наше сопротивление. Они создавали больше моментов, но мы их лучше реализовывали. Итак, Полос оформляет покер. Сейчас нереалистично, но Полос, да. Полос забивной довольно-таки форвард. Ну и все, пора с вами прощаться. Потому что мы только вышли на чемпионат мира. Дальше будет уже не очень интересно. Вы были на канале Квадрикс. Всем пока.